Привет, меня зовут Мария, мне 34 года, у меня двое детей, 10 и 14 лет. Мы покинули Украину в марте месяце. Мы выезжали 4 дня. Мы по 5 часов стояли в очереди за бензином. У нас закончился бензин. Мы ехали, я, двое детей и собака. Мы ночевали, где приходилось нам. Я из города Николаев. Наш город бомбят. Бомбят по сей день. Это страх. Это ужас. Это горе. Мы сидели в подвалах. С одеялами и подушками. И сейчас мы 2 месяца в безопасности, но дети боятся фейерверков, дети боятся самолетов. Они переживают, когда какие-либо взрывы. Это очень страшно. Мы сейчас находимся в Польше. Возле нас натовский полигон. И когда проводят учения ночью, то страшно. Не знаешь, бежать в какую сторону. Нам некуда возвращаться в город Николаев. Потому как там бомбят наши родные. Там... И бабушка с дедушкой, они не хотят выезжать. У нас нет другого выбора.